Под конец года принято подводить итоги. В модельном агентстве Celebrity Kids в качестве отчета о проделанной работе родителям воспитанников предложили концерт, танцы, вокальные номера и, конечно же, дефиле. Все то, что освоили ребята в уходящем 18-м. Они показывают всего то, что научились в нашем модельном агентстве. Это актерские номера, это сольные номера, это хореографические номера. Ну и, конечно, выходы дефилет наших партнеров. Коллекция ближе к новогодней. Да, то есть у нас красивые платья, расшитые пайетками, сверкают. В общем, девочки настоящие принцессы. Платье, это прям проснулась мама. Мы с вами платье купили, да. Волнение на сцене, конечно же, присутствует, но выглядеть мило и обаятельно юным звездам это ни капли не мешает, не скрывают своих эмоций и главные зрители. Это наш первый показ, мы очень волнуемся, волнительно, но видели своих девочек, с которыми занимаемся, рады за них и тоже так же хотим. Правда, сегодня месяц год, прям как на праздник на занятии. Доказано на практике, если занимаешься тем, что по-настоящему нравится, это приносит не только хороший результат, но и положительные эмоции. Мне нравится там учиться, я хочу продолжать там учиться. Мое любимое занятие в этом модельном агентстве – это гимнастика. Родители отдали, но нам понравилось. Да, мама сказала, месяц, если понравится, то оставайся, нам понравилось. Экзамен по основным дисциплинам ученики школы моделей сдали на отлично. Впереди новые знания, новые творческие проекты и новый уровень мастерства.